Увольняться передумали. Администрация области сообщает, что конфликт с врачами 6-й городской больницы в Юрьевце урегулирован. Напомним, в начале недели в прессе появилась информация, что сразу 6 сотрудников учреждения написали заявление об увольнении. Среди них 2 зама главного врача, 3 заведующих отделениями и 1 врач-терапевт. Сотрудники горбольницы говорили, что решение приняли из-за снижения уровня зарплат. В администрации области утверждают, что снижение зарплаты касалось лишь зама главврача по клинико-экспертной работе. Причем, как утверждают чиновники, такое решение было принято из-за того, что в больнице не справились с плановыми показателями. 13 ноября замглавврача по клинико-экспертной работе был уволен одним днем по его же просьбе. Остальные же после переговоров с облздравом выразили желание остаться, но на определенных условиях. 3 сотрудников уже отозвали заявление об увольнении. 2 планируют отозвать заявление в течение недели в случае поддержки их предложений. Увеличить количество медикаментов в инфекционном отделении. Привлечь вновь поступивших молодых сотрудников к дежурствам. Ликвидировать кредиторскую задолженность медицинского учреждения. Помочь с компьютерным обеспечением. Совместно с главным врачом учреждения эти предложения уже рассмотрены и будут реализованы в течение недели. В настоящее время городская больница № 6 работает в штатном режиме.